Экстренные службы Курска готовятся к похолоданию. По прогнозам синоптиков, столбик термометра может опуститься ниже 30-градусной отметки. Почувствовав теплые лучи солнца, многие куряне поспешили снять шапки и шубы. Но февраль в очередной раз подтвердил статус самого лютого зимнего месяца. Похолодание уже началось, пока столбик термометра держится в пределах 10 градусов мороза. Но до конца недели температура может понизиться до минус 32. С первого дня недели курские спасатели находятся в режиме повышенной готовности. Задача одна – не допустить в предстоящие холода чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением теплогазоснабжения и, конечно же, недопущением пожаров на объектах с круглосуточным пребыванием детей и постараться сделать все профилактические мероприятия с целью недопущения гибели людей в жилом секторе. На выходных прецеденты уже были. Кстати, предупреждения спасателей теперь будут приходить на мобильные телефоны курян. Циркулярно происходит рассылка текстовое сообщение, и каждый из абонентов получает в определенной зоне смс-ку с текстом, который мы, соответственно, готовим и выводим для информирования населения. Новая система пока тестируется, однако первые смс-предупреждения уже пришли абонентам одного из операторов сотовой связи. Антон Исюков, Владимир Придворов, телеканал «7».